Всем привет! Ну что, друзья, сегодня второй день нашего отдыха. Мы уже с Лешей проснулись, дети наши еще спят. Я с мокрой головой, извините. Вот, ну что, погодка сегодня вроде бы ничего. Так, солнышко светит, не знаю, что там с морем. Будем надеяться, что волна сегодня поменьше и нам удастся сегодня хоть немножечко поплавать. Потому что вчера, конечно, были бешеные волны. Шторм, я смотрю, люди отчаянные, конечно, пацаны ныряли, но это очень страшно. Волны просто двухметровые, да и к тому же грязная вода возле берега, просто поднимается весь песок, вся муть. Вот, поэтому купаться совсем не хотелось. Но сегодня вроде бы так, Леша с утра посмотрел по интернету, говорит, погода должна быть хорошая, небольшая облачность. Вот, но сейчас пойдем глянем. Вот. Спала, честно сказать, не очень, ну, кровать очень удобная, очень мягкая, но у нас тут под окнами кафе, и, наверное, часов до 3 ночи так громко играла музыка, я просто уже лежу, говорю, господи, да что ж так громко, угомони их там уже всех, и тут же отключилась, думаю, уже, наверное, боженька меня угомонил, скажет, да угомонись ты уже сама, спи давай, старушка. Вот, но я правда не люблю громко музыку слушать, настолько прям бахало под окнами, а закрыть окна тогда становится невыносимо душно в номере. Вот, потом только музыка утихла, стали какие-то собачки под балконом у нас лаять, причем их тут много, видимо, и прям настолько интенсивно, что я, в общем, не спала. Вот, так, в принципе, все нормально, все хорошо, вот сейчас дождемся детей. И пойдем позавтракаем в столовую, здесь прям напротив тоже от нас столовая. Вчера я так посмотрела по меню, там, в принципе, можно и кашки взять, кофе выпить, вот. И не будем терять времени, сразу же пойдем на пляж. Ну вот, здесь все ясно. Небо чистое, можно сказать. А вот над морем еще как бы так тучки. А здесь еще... Вот здесь проходит железная дорога, и тоже так хорошо все слышно, когда ходят электрички каждые, там, я не знаю, полчаса, наверное. А вот здесь, простите, что показываю пальцем, вот здесь вот эта кафешка находится. Но можно было, конечно, закрыть все и включить сплит-систему, но она находится настолько близко, прямо напротив нашей кровати, я просто боялась заболеть, и... Леша, говорю, нет, не включай, пусть лучше открытые окна будут, потому что мне не хочется сейчас перед поездкой в Питер, еще не хватало простыть. Поэтому, ну ничего, как-то так все, потихонечку вытерпели. Все, друзья, идем отдыхать дальше. Так, ну все, дождались мы детей. Идем сейчас в столовку покушать. Покажу вам, друзья, дочь. А ну присядь на качельку. Смотрите, что она. Смотрите, что она натворила. Ну, ну классно. Прям я скажу, дизайнерская работа. Купила, в общем, обычные кеды фисташкового цвета. Но немножко подошва грязная. Акриловыми красками сама по ткани разрисовала их. Вот, не пойму я, правда, что это, наверное, из какого-то. Ну, это из мультика, это просто. Купила разноцветные шнурки. Ну и что? Так прикольно, я скажу, получилось, да? Ну, они у меня уже старые, я думаю, что дам им еще жизнь. В смысле старые? Старые, за 2 месяца подушатала. Еще булавки там какие-то, покажи, нацепляла еще какие-то булавки там. В общем, модная, модная девчонка. А вот и сынок. Доброе утро. Мы вчера обедали вот в этой столовой, правда, там все время играет музыка, но тут еще вот и там есть столовая, и там вот есть тоже столовая, кавказская кухня. Но сейчас пойдем сюда же, и тут мне понравилось, что все свеженькое и большой выбор. Друзья, в столовой играет музыка, поэтому мне пришлось убрать звук, но, как вы видите, выбор очень большой. И цены вполне себе приемлемые. Долго-долго мы, конечно, выбирали, но остановили свой выбор. Танюшка взяла себе только манную кашу и чай.
Саша выбрал манную кашу, запеканку и кофе. Лёша взял яичницу, также запеканку и кофе. А я захотела с утра вареники с сыром и тоже кофеёк. Ну, сегодня тоже волны. И довольно-таки большие. Ну, хотя бы нет ветра. Не знаю, вот. Отчаянные, конечно, плавают. Не знаю, решусь ли я, может быть, немножечко окунуться все-таки. На завтра вообще обещают классную погоду. Посмотрим, может, утихомирится все-таки море. Людей мало на пляже. Сесть есть куда. Да, вода теплая. Очень классная, теплая, очень теплая. Но волны огромные, вот видео так не передает. Зайти-то зашла, а выйти потом настолько сложно. Я только к берегу, меня волна относит, дна не чувствую. Я прям испугалась, думаю, что ж такое, выйти не могу. Настолько сильная вода, сильные волны. Я больше, наверное, не рискну, не знаю, как выйдете. Может, максимум с берега ножки помочить. Фух, прям даже подустала. Буквально поплавала там 5 минут и устала. Народа поприбавилось, но мы убегаем с пляжа. 12 час. Уже настолько солнышко обжигает. Придем попозже сейчас. Наверное, пойдем пообедаем, отдохнем. После обеда уже придем. Прокат лежаков 200 рублей, массаж 150 рублей тут вот сегодня.
услуги такие оказывают. Есть инжир, хочешь? Ну пойдем возьмем инжир. Мы с Танюшкой с обновками. Захотела она такие шлепки. Сейчас модно такие, чтобы были мощные, да, доча? Я, говорит, мама, вообще не буду в них в душ ходить. Мама тоже с обновкой купилась, прикупила себе белые сланцы. Зашли, купили инжир. Папа наш захотел. Главное, возле пляжа дедулечка сидит, продает 150 рублей килограмм. Вот. А дальше немножко на рынке, здесь возле нас рыночек, там фрукты, овощи, там уже 300 рублей килограмм. Вот такая разница. Пришли пообедать. Друзья, смотрите, стоят машинки Mazda, Hyundai-чка. И та-дам! Да ты ж мой золотой! Откуда ж ты в наше время здесь взялся? У меня когда-то у деда такой был. Маленькую катал меня по станице. Что, пообедали и снова идем на пляж. Что еще тут делать? Ну, поели, поспали. Идем загорать. Немножко поменьше, да, стала волна? С утра вообще были огромные. Не знаю. Будем плавать? Конечно, будем. Будем? Выйти потом проблема. Сном сбивает. Мне кажется, завтра вообще будет погода классная. Готовимся к ужину. Нужно дожаривать вчерашний шашлык. Сейчас поужинаем и пойдем гулять на набережную. Дочечка, что ты тут делаешь? Не показывай. Ну покажи. Покажи, что ты тут рисуешь. Ух ты, это ты сама нарисовала? А, срисовываешь с телефона. Прикольно. Ой, хорошо, сейчас такой вечер свеженький, прохладный. Смотрите, друзья, покажу вам, какой плющ на стене растет.
заплел всю стену, так прикольно. Вообще ровненькие листочки один в один. Я даже сначала подошла, потрогала, думала, не настоящий. Очень красиво смотрится. Прям такая зеленая-зеленая стена. Клево. Ой, уже и есть не хочется, и пить не хочется, и не знаю уже сама, чего нам хочется. Вот красивые какие тоже цветы. Как это женское счастье, да, называют его цветок этот, прям кустами красивыми. Вот, цветочки красивые. Здесь бальзаминки, я так понимаю. Мой пропал. Была сильная жара, потом дожди, и не выжил. Как-то у него корни, видно, запарились. Он просто у меня завял, бедненький. Вот тоже яркие, розовые, красивые. Как эти называются, кто скажет? Красивые. Вообще ухоженная территория. Прям комфортно здесь так. Очень мне нравится газончик, все аккуратно так. Но сегодня денек был хороший. Дождя не было. Море более или менее. Мы так хоть поплавали сегодня. Завтра, мне кажется, вообще будет классная погода. И очень хорошее море. Ну все, друзья. На сегодня, я думаю, больше показать вам нечего. Увидимся с вами завтра. До новых встреч. Всем пока.